деревню, а тут вообще никого. Просто вообще никого. Все, все дома, ну, вот такие еще хуже состояния, чем там. Смотрите. Где-то вдалеке слышен стук чего-то. И вон видно, маленькая машинка едет. Мы едем. Саша вперед чуть уехал. Я остановился. Смотрите, как красиво, а? Блин, вообще так шикарно. А такое ощущение, что ее на самом деле размыло. Или осыпалось, или размыло. Дорога на спуск оказалась не такой уж простой. У меня уже ноги мокрые. В общем, чтобы вы понимали, это дорога. И это не первая уже дорога такая. То есть это относительно еще не сложная. Хочется где-то тут остаться заночевать, но есть большой шанс, что тут есть дикие животные. Ну, мне кажется, тут прямо все располагает к тому, чтобы тут какие-нибудь волки или какие-нибудь маленькие медвежата тусили. Тем более тут ни коров, ни пастухов, никого нету. Поэтому мы спускаемся дальше. Итак, мы встали в таком месте. Был вариант либо спуститься ниже в деревню и встать там либо в гостинице, либо искать какое-то место. Вот, либо остаться вот тут с красивым видом. Мы хотели хотя бы раз за это путешествие остановиться прямо с таким вот супер-супер шикарным видом. Единственный минус — это то, что тут есть мошка. Вот, сейчас заходит солнце. И вроде как она пропадает, но мне кажется, сейчас появятся комары. Вот, не знаю, видно будет, не видно, на велосипеде прямо все облепило. Вот, готовим кушать. Приезжали сейчас, проезжали мимо трое мужиков и сказали, что, ну, тут опасно, что тут типа медведи видели, волков видели, еще что-то. Я спросил, когда последний раз видели, они говорят, позавчера. Я спрашиваю, где? Они говорят, в деревне, вот там вот внизу, приходил в деревню. А мы подумали, посовещались и решили, что, ну, мы останемся тут. Неохота ехать по темноте уже, ну, куда-то вниз, потому что единственный вариант — это будет остановиться в гостинице. Ну вот, мы надеемся, что, ну, медведи просто так не нападают, сами не приходят. Вот, а еду мы повесим куда-нибудь, наверное, гермомешок ортлибовский вон на дерево повесим. Вот туда повесим, и все. То есть колбасу, остатки сыра и все, что можно. Да, тут дальше некуда. Ну да. Доброе утро. Мы проснулись вот в таком месте, с таким шикарным видом. Вот, но собираемся быстро. Я даже утром не снял наши палатки. Точнее, я сделал фотографию. Можете посмотреть в Телеграме. А видео не снял. Собираемся мы быстро, потому что тут мухи, мошка, она все жужжит. Сейчас, кстати, вот, видимо, жарко стало, и они куда-то делись, но утром прямо это. Мы решили по-быстрому собраться, спуститься ниже, сесть там, где ее не будет. У воды или еще где-нибудь. Медведи не приходили. Еду мы оставили там вместе с мусором, на дерево повесили. Короче, кроме мошки и мух, нас ничто не беспокоит здесь. Вот, собираемся, идем сейчас пить кофе где-нибудь внизу. Мы ночевали вот там, на том холмике, примерно вот за лесом. Сейчас начинается спуск, он такой вообще жесткий. Я не знаю, какой тут градиент. Я думаю, градусов 25, наверное, 24. Сейчас показывает минус 20. Минус 20 градусов, офигеть.
Короче, решили спуститься еще ниже, потому что там, где мы хотели попить чай, этот кофе, там тоже мошка. Тут вроде уже ее меньше, но все равно она есть. Спускаемся еще ниже. Все, мы спустились с этой горы, проехали деревеньку. Деревенька достаточно живая, мне кажется, она более... ну, в ней больше народа, чем во всех деревнях со вчерашнего дня, которые мы проехали вместе взятых. Куча коров, короче, дофига всего, и неудивительно, что именно к ним и приходили медведи, а не к нам. Все, а нам сейчас куда-то вот в ту сторону, я остановился заснять указатель, может, кому будет интересно. Там какой-то этот, 8 километров какой-то замок и Чируки, ну, какие-то горы. Все, как спустился? Тормоза горячущие. Ты трогал их, да? Да. Я даже не стал трогать. Один раз обжегся в Турции, когда потрогал. Нет, я этот, калипер потрогал, он и то горячий. Ладно, едем. Спускаться тяжело, колесо проскальзывает. Прямо я выжимал аж, ну, практически до упора все ручки. Мне кажется, ночевали мы где-то вот там вот на той горе. Вот мы спустились. И здесь гостевой дом, про который нам говорили местные жители, что лучше здесь остановиться, чтобы нас не съели медведи. Ну, мы думаем, что если бы мы вчера спустились, то мы бы вообще этот, остались и без рук, и без спины, потому что спускаться приходится постоянно стоя, постоянно держа все тормоза зажатые. Вот. Ну, в целом нормально переночевали, сделали красивые фотки, мне понравилось там. И спалось тоже хорошо. Температура хорошая была. Не холодно, не жарко, такой ветерок был умеренный. Все, тут начался асфальт. Мы сейчас едем до магазина. Мак. Мы позавтракали внизу в деревне у магазина. Я заодно там чуть-чуть искупался в речке. Вот, и постирал рубашку. Ничего не записывал, потому что немножко расстроился из-за того, что, короче, не уследил за кашей и подгорела чуть моя кастрюлька любимая. Ну ладно. Сейчас мы выехали. И если там в деревне был хороший асфальт, то сейчас дальше началась вот такая вот дорога. Она идет вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И грунтовая. И едет куча машин. Ну как куча? Немало машин для такой дороги. Достаточно большое количество. Непонятно, куда они едут. Наверное, каким-то достопримечательностям. Дорога хоть и заявлена была... Вот камушки падают. Короче, во-первых, дорога не асфальтирована, во-вторых, тут достаточно серьезные подъемы, то есть только что было 14%. Мы идем, получается, вот так вот. Речка в самом-самом низу. Непонятно еще, сколько такой дороги будет. А мы думали, сегодня будет лайтовый день. Проехали сегодня 14 километров. Пару километров назад начался асфальт. Мы въезжаем в какой-то населенный пункт Кватия. Надеемся, что дальше асфальт так и будет. Очень красивый спуск. То есть мы примерно откуда-то оттуда сейчас спускаемся. Короче, очень сильный уклон, но асфальт достаточно хороший. Правда, местами бывает так, что раз и куска асфальта нету. Но в целом катиться можно с достаточно большой скоростью. Так, мы проехали 24,6 километра и закончили седьмой день. То есть трек седьмого дня мы закончили. Я так понимаю, те, у кого я брал этот трек, ночевали где-то там внизу, судя по тому, что трек ведет туда. Там наверху есть кафешка, там еще выше есть несколько магазинов.
Вот, мы начали спускаться, но я подумал, что-то не то. Решили посмотреть. Сейчас мы включаем уже трек 8-го завтрашнего дня. И он, если честно, немного пугающий. Потому что показывает, что осталось 1275 набора на 70 километров. С учетом того, что мы сегодня набрали 222, с учетом того, что мы ехали вниз постоянно. В целом, да, тут довольно неплохое такое место для ночевки. Речка уже не такая бурная и не такая мутная, как там наверху. И мест куча, можно перейти вброд и встать вот там в деревьях. Ну, скорее всего, завтра к вечеру в Батуми будем. Мы сейчас хотим найти какой-то большой магазин, более-менее, ну, такой. Да, видно, собрали. В Батуми? Да. Да? 5 километров вниз, на трассе, и потом уже перевали не было. Были? Мы в Тбилиси едем. Через перевал. Да? Остановились на повороте вот в таком месте. Там ларек, тут пивоварня, я так понимаю, и эти беседки для людей. Мы взяли себе два бокальчика и готовим. Тут щеночка такое. Да что ты воду-то разливаешь? Я тебе не буду больше наливать. Как тебя зовут, собака? Обслинял весь объектив. Ты чего? Держи. Давай. Давай я тебе поддам. Ох ты! Все твое уже? На обед у нас доширак местный, ну не местный, вообще мивина называется, по-моему, это украинский. И пиво с колбасой. А, еще вот эти китайские штучки, которые я показывал. А специи из доширака мы не стали использовать. Мы использовали именно китайскую вот эту штуку, которую я показывал. Давай, наливай. Это мы купили чуть раньше, знали бы, что здесь есть, мы бы не покупали. Потому что местное вкуснее. Я себе, наверное, еще потом возьму одно. Итак, время 16 часов 15 минут. 14 июня. Мы спустились на высоту 384 метра. То есть вчера мы были на 2300, потом мы спустились на, я думаю, где-то 1900. И сегодня мы спустились до 380. На улице 33 градуса, жарко. Мы сейчас заехали там, посидели, пообедали, посмотрели снимки и увидели вот такое вот красивое место на снимке. То есть вот там проходит трасса, возле трассы мы увидели мостик, и, как правило, всегда, когда от трассы идет мостик, то с той стороны мостика можно найти хорошее место. У нас вот такое место было сейчас и такое место через 5 километров. До Батуми нам осталось 60 километров и 2 дня пути. Поэтому мы решили не перегреваться, не переутомляться и встать вот в этом красивом месте. Жарко, то есть я думаю, что если бы мы еще поехали бы часик, то, мне кажется, мы могли бы словить какой-то тепловой удар или что-то типа того. Потому что, во-первых, положен новый асфальт по этой дороге, кстати, на всякий случай, если кто... Думаю, что тут грунтовка, нет, тут асфальт хороший. Потому что я думал, что будет грунтовка. Но он черный, и от него идет такой жар. И даже когда едешь там 30-40 километров на спуск, все равно тебя обдувает горячим воздухом. То есть не прохладным воздухом, а именно горячим. Мы поставили палатку. Я не помню, говорил, нет, проехали 50 километров. То есть мы сегодня сделали примерно 1/3, ну, около 1/3 от завтрашнего нашего маршрута. То есть идем с опережением, поэтому можем себе позволить
вот так вот отдохнуть. Я сейчас думаю, что надо искупаться, прилечь прямо здесь. Ни мошки, ни комаров пока нету. И вот пока их нету, я хочу прилечь прямо на каремат, где-нибудь вот тут под деревом в тенечке, и полежать. Хотим добить бензин, потому что завтра у нас уже все, Батуми. А у нас еще два баллона. Ну, точнее, один целый и еще вот начатый. Вот. Готовим плов. Точно такой же плов, как мы готовили, по-моему, на третий день. Очень вкусный. И потом будем варить компот. У нас сегодня такое классное место. Поэтому будет классный ужин. К плову еще у нас на ужин компотик. Мы добили бензин. А если так усреднить, то нам 300-граммового баллона хватает примерно на 2,5 дня. То есть 3, если экономить, 2, если совсем не экономить, просто вообще не экономить. Ну так в среднем где-то 2,5 дня. То есть примерно плюс-минус 50 грамм на человека в день. Ну может 60 грамм на человека в день. Это вот с учетом готовки вот такое. То есть не просто вскипятить воду, а именно готовки. Вон еще один. Не знаю, будет видно на камеру или нет, но тут летают светлячки. Вон, вон, к твоей палатке летит. И вот там в кустах, видите, огонечки такие? Блин, жалко, телефон. Ну, наверное, вообще поганое качество будет. Вот так выглядит светлячок в свете красного фонаря. Они тут летают вот так вот. Я не знаю, что они хотят. Один уже сварился у меня в компоте. Интересно, они светятся только когда летают? Доброе утро. Это предпоследний день, который по плану. Но мы идем с опережением. И есть вероятность, что мы сегодня уже доедем до Батуми. Нам осталось всего 60 километров. И дорога более-менее всегда идет вниз. Вот, то есть мы можем, не напрягаясь, доехать до запланированной точки, и там, если там будет классно переночевать, и утром выдвинуться в Батуми. Либо доехать до Батуми и переночевать в Батуми. Вчера мы спустились вот с той дороги, вот так вот, проехали по этому мостику и встали вот в таком месте. Место вообще классное. Вчера вечером вот тут вот вдоль этой всей полосы было куча светлячков. Они даже прилетали к нам сюда. И кроме светлячков никого из живности не было. Ни комаров, ни мух, ничего. Сейчас утром чуть-чуть еще такие маленькие мушки летают. Назойливые, которые вот как в Киргизии были. Которые постоянно вот так вот. Но сейчас вот я их не вижу вообще. Вот как солнышко чуть выглянуло, они куда-то делись. Из интересного это то, что мы стоим чуть ниже электростанции, если я ничего не путаю. И тут постоянно, вот тут то река течет, то ручеек, то река, то ручеек. То есть вот, когда мы пришли, здесь прямо была река. То есть можно было примерно по колено стоять. Сейчас тут ручеек. Перед сном ложились, было опять по колено. Вот, там чуть поглубже, там, я думаю, ну плюс-минус по пояс. Я далеко не ходил, но я думаю, что вот там вот в середине примерно по пояс. Вот, тут встречаются... Вода более-менее теплая, ну как бы терпимо, как в горных речках. Есть несколько костровищ, там, кстати, под мостом тоже есть место. То есть, если, допустим, тут будет какая-то плохая непогода, там под мостом, ну тоже ровная площадка, такая чистая, хорошая. В эту поездку мы ездили вдвоем, я ездил на своем велосипеде, обзор на него есть на канале. А Саша ездил на велосипеде Outlip Hardway CRM 1 2024 года, да? Вот, на него мы... Сейчас будет чуть потише, подальше от реки. На него мы запишем отдельный обзор, выложим отдельным видео, просто ради интереса. По резине Саша вот этой штатной резиной не очень доволен. То есть она по асфальту нормальная, но на грунтах она так себе. Вот, то есть он говорил, что ехал сзади меня, и там, где я ехал уверенно на вот этой резине, ему было чуть сложновато. Мне эта резина очень понравилась.
Я, наверное, когда приеду, еще сниму эту резину и поставлю для контраста сразу какую-нибудь другую, чтобы сравнить ощущения. Вот. Но вроде как накат хорош. То есть это Швальба G1 Ультрабит какой-то. То есть это не стандартный G1, а вот с такой, с таким протектором. Короче, классно себе. И зацеп хороший, и по асфальту очень хорошо катит. Мне нравится. Вот я на этой резине, скорее всего, поеду в Киргизию. Еще из часто используемых в этом походе, и я думаю, теперь в будущем, новинок в моей экипировке, это вот такой бурдюк. Это Ortlieb на 10 литров фляга с такой насадкой. То есть можно открывать, она вот так вот течет. Вот. Либо можно надеть вот такую насадку для душа и принимать душ. А бурдюк буквально за час вот на таком солнце вечернем, точнее сейчас утреннее солнце, но вчера мы приехали, я его положил, он прямо очень теплая вода была. То есть эти 10 литров он нагревает очень быстро за счет того, что он черный. Вот, и можно принимать душ. А плюс тут резьба подходит под фильтр, то есть мы в каких-то горных местах останавливались фильтровать. Короче, мы использовали практически, наверное, каждый день этот бурдюк. Иногда с фильтром, иногда без фильтра. Просто, ну, чтобы не набирать, допустим, в речке, мы набрали там чуть выше на остановке. Там был, ну, краник, типа питьевая вот этот источник. И буквально чуть-чуть вот спустились, довезли его. Вот, его везти, ну, я вешаю на руль, вот, либо кладу в рюкзак. То есть он, эти 10 литров везти легче, чем 5-литровую баклажку. Палатка Black Deer. Модель, к сожалению, сейчас уже не вспомню. Брал ее года 3 назад за 5-6 тысяч. Сейчас она стоит 15. Она до сих пор продается. Заявлена она как двухместная. Спать в ней надо валетом. Ну, изначально у нее конструкция такая. И она... Объясни, почему. То есть, что... Она идет с одной здесь дугой. Вот высоко, да. Здесь выше, здесь ниже. Ага. Здесь человек спит головой, тот человек там головой спит. А если здесь, то он будет просто упираться головой, да? Да, оно получается, сильно сетка свисает. Два входа, два тамбура. То есть каждый человек залазит со своей стороны. Вес? Вес 600 полностью. С футпринтом? С футпринтом. Двушка. Да, двушка. Но она вся из сетки. У нее вот нижняя часть, только тканевая, дальше все из сетки. Угу. Два кармана внутри. И все. Ну, как бы без изысков. Да, соответственно, она без колышек вот этих, которые идут вместо дуг, там и там не стоит никак. То есть, если снять один колышек, она падает сразу. Причем этот тент можно ставить, можно не ставить, но вот эти два колышка, они нужны. Угу. И, соответственно, если ты вот во второй день, да, по-моему, у нас ветер был. Что? Да. Да, во второй день был ветер. У меня ветром вырвало как раз вот этот колышек и прижало весь тент, и вода попала вот между палаткой и футпринтом. И весь пол в палатке был мокрый. В общем, сколько там, полчаса или час, когда шел гроза, ты сидел в палатке, держал, чтобы она не сложилась дальше. Ну, я не сделал эти штормовые оттяжки. Как бы я не думал, что такой ветер будет. То есть теперь ты будешь с собой возить штормовые оттяжки? Они есть с собой. Есть я просто... Ну, там думаю, ну что тут дом закрывает. И не стал привязывать. Как тебе погода в целом в Грузии? Переменчиво сильно, да? Ну, здесь уже внизу не так. Вот в горах она быстро менялась. Ну, я имею в виду в целом по треку, чтобы люди были готовы, что оттяжка лучше ставить всегда, потому что оно солнце, 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 а потом через секунду... Да. И... Тоже не верить прогнозу получается, потому что сколько смотрели по прогнозу, каждый день дождь, там на несколько часов смотрели, там тоже дожди, 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 по факту дождь был там 10 минут, но сильный, потом все высыхало. Ну это разное бывает, то есть у нас, когда мы ехали, прям целый день шел дождь, то есть тут как повезет, я думаю. Значит, как повезет. По моей палатке я делаю какие выводы. Я, скорее всего, себе ее оставлю, продавать не буду. В целом мне в ней комфортно. Вот если какая-то не агрессивная среда, то есть где нет сильно много мошки,
то ну, в ней комфортно. То есть мне было вчера комфортно и под солнцем лежать, потому что она продувается вся. Тут, кстати, видите, еще сетки больше. Вот это прямо вся из сетки. Ну да. Вот, и в грозу в ней было хорошо, она стояла, ничего никуда не затекала, не залетала. Ну, мне нравится. Из минусов объективно, что если будет идти дождь, и вы раскроете тент, видите, крыша, она не закрывает, то есть вам будет падать все равно в сеточку вода. Это первый минус. Второй минус, это вот скапливается конденсат вот в этом месте внутри, если дождь идет. Вот, то есть я когда ее покупал, думал, самая моя большая проблема — это будут вот эти оттяжки, потому что там две дуги, а тут всего одна дуга. Но тут вообще никаких проблем, все держится, все натянуто, все хорошо. То есть именно сопротивление к ветру у нее вообще беспроблемное. Внутри место, ну, мне, то есть с моими 100 килограммами и ростом 187, нормально. То есть я нигде ничего не упираюсь. Мне хватает длины, я могу сесть. Единственное, что я упираюсь плечами в некоторых моментах, когда переодеваюсь вот в эту сетку. Пока мне это как бы дискомфорт не доставляет, но если будет, допустим, мошкары столько же, сколько было на севере, она прям прокусывала через вот эту сетку. То есть если я прижмусь, грубо говоря, плечом или спиной к этой сетке, я думаю, что меня могут покусать. Вот, но это моя фобия, комариная фобия, поэтому больше... Ну, то есть минусов я в этой палатке для себя не вижу, кроме этого. То есть если бы они сделали вот эту штуку пошире, вот так вот, и вот так вот, чтобы не задевал вот там. Плюс это решило бы проблему, что дождь бы не падал, то я считаю отличным. Ну вот это решение тоже спорное. Короче, для мест... то есть если, к примеру, я там в Иран куда-то соберусь, я могу эту палатку смело с собой взять. Где такой климат? Там, в Казахстане. Вот. Ну и все, я больше не знаю, что сказать про нее. А так время покажет. Похожу с ней еще, посмотрим. Сегодня на завтрак у нас... пшенная каша. Пшенная каша с тыквой, тыквой, да? И семенами тыквы. Угу. Семечки. Я такое обычно не ем, но сегодня буду есть. Бензин у нас закончился, мы уже заправлять не стали, перешли на газ, то есть добиваем баллон. По топливу, на, получается, сегодня восьмой день, только начался, вот, то есть на 7 дней у нас ушло, ну, почти этот баллон, не до конца, я думаю, сегодня мы его добьем. Грубо говоря, на 8 дней у нас ушло один баллон, и два раза мы заправляли примус. Да? Два раза. То есть 600 миллилитров бензина и один баллон газа. Нам хватило. Мы практически каждый день готовили. То есть у нас было кафешка два раза, да, только? Или один раз? Один раз мы в гостинице брали ужин и завтрак, и один раз в кафе мы ужинали. Да. То есть все. Остальное время мы готовили, обеды мы готовили, местную кухню мы практически нигде не встречали. В качестве запасной системы у нас была вот такая Firemapple X5. То есть Саша иногда готовил в ней, когда лень было разбирать вот эту бензиновую, на чай, кофе, воду. Вот. А ну, всякую еду мы готовили на этой горелке уже. По закипанию та, естественно, выигрывает намного. То есть литр там закипает столько, сколько здесь примерно закипает пол-литра даже на газу. Вот. Но зато здесь можно готовить, здесь можно поставить маленькое пламя. Вот. Правда, я не уследил в один день. Точнее, я поставил на огонь кашу, только-только засыпал. Меня начали жрать слепни, я пошел одевать куртку, и пока я пошел одевать куртку, у нас подгорела каша. Но ты когда ехал сюда, что ты ожидал? Ожидал горы. Так как, ну, горы какие? Типа вот таких или какие-то другие? Слушай, я думал, что как бы, ну, здесь больше таких, как в Абхазии, наверное. Что больше скал. Так вот, ну, типа вот здесь сейчас, которые вот видно. Я думал, что больше таких здесь.
То есть безжизненных или зеленых? Да, безжизненных больше. То есть как в тот день, когда мы с северной стороны поднимались на перевал? Да, да, да. То есть я думал, что здесь будет больше таких гор, но оказалось наоборот, что здесь больше зеленых, и это даже мне показалось лучше. Оно выглядит красивее, интереснее. По поводу дороги, как бы, ну, я посмотрел трек, когда ты его планировал, посмотрел, что мы едем не по оживленным местам, и меня это даже заинтересовало больше, чем ехать по какому-то шоссе, там, то есть видеть крупные города. Интересно было посмотреть как раз эти маленькие поселки, как там живут люди. И все мои ожидания, они даже там сбылись, и еще больше. Все эти виды, деревни, люди, мне понравилось очень. Дороги. По дороге... Ты ожидал, что будут вот такие вот? Или... Я ожидал, что будет похуже. В итоге почти вся дорога была хорошая, не считая одного перевала, где были пастухи и коровы. Двух перевалов? Нет, вот первый, который мы поднимались после дождя, да, там где вообще... там дороги вообще не было практически, где велосипеды пришлось тащить. А в остальном... А второй перевал ты считаешь нормальным, да, дорога? Второй перевал, ну он просто крутой. Подъем крутой, как бы, но дорога хорошая. Ну, шли, да, размытые местами, но... Да. Но там везде камни были. Ни чернозем, ни глина. Даже если бы мы там попали в дождь, мне кажется, мы бы прошли нормально. Mm-hmm. Может, вымазались, но не так, как внизу, вот, где был чернозем, где все там до сих пор на велосипедах прилипшее, еще не отмыли. То есть, по дорогам прям вообще классно. А перевал, который самый тяжелый, который у нас все пугали, местные, сделан отлично, дорога хорошая. Местами еще идет ремонт, но то есть, ехать вообще комфортно. Да, подъем затяжной. Долго, весь день мы там лезли вверх, тяжеловато, и как бы физически, и морально тяжело, что там 20 километров – это непрерывный подъем. Но заехать можно, и как бы, довольно-таки хорошая дорога. Ну, то есть, в целом, я хочу именно ожидания, ты совпали, потому что у меня ожидания от Грузии были какие-то совершенно другие в первую поездку. Сейчас они приблизились к первым моим ожиданиям, вот я хочу понять у тебя. Ну, у меня в целом, то есть, они сбылись. То есть, что ожидал? Что ожидал, то и было. Ну вот, не считая дорог, что дороги я ожидал хуже, дороги оказались лучше. То есть, я был готов к дорогам похуже, больше грунтов. Хотя, как оказалось, хорошо, что это. Такие дороги, моя резина бы бездорожье бы не выдержала. Все, мы стартуем. За нами чистая чистота. Весь мусор мы собрали с собой. По плану осталось... Вот, кстати, видите, как разливается эта река? Это вот после сигнала, вот тут все затопило уже. И сейчас она еще будет прибывать. Мы собираемся, точнее, мы уже собрались, записали маленький обзор на велосипед. Выпустим его отдельным роликом, возможно, даже вперед Грузии. За нами чистота. Весь мусор у нас с собой, все собрали. Короче, поляна даже чище, чем была, когда мы сюда приехали. Сегодня по плану у нас проехать порядка 60 километров. Точнее, до Батуми у нас осталось 60 километров, а проехать надо еще меньше. Потому что мы вчера сделали треть маршрута сегодняшнего дня. Возможно, мы сегодня доедем прямо и до Батуми. Не знаю. Мы заедем, посмотрим место, которое обозначено у меня под стоянку. Если там будет так же круто, не будет мошки, не будет ничего, останемся там. Если, ну, либо уже поедем в Батуми, там в гостевом доме заночуем, там на море сходим или еще что-нибудь. Еще один из вариантов вчерашнего места ночевки, мы рассматривали вот это вот место. То есть тоже мы думали по мостику вот так вот перейти и куда-то встать, либо левее, вон туда, либо правее. Ну, в целом тоже место неплохое, тем более там есть какие-то беседки, возможно, можно было бы попросить на ночь поставить на зарядку что-то. И места тоже достаточно много, вот там день в деревьях. Ну, мне наше место, мне кажется, нравится больше, чем это. И оно подальше от дорог. Здесь прямо дорога проезжает на уровне, там дорога была выше.
Мы доехали до вот такого, не знаю, как это правильно назвать, залив, разлив реки. Там всякие водные аттракционы, типа катание на лодке, катание на гидроциклах и так далее. И тот маршрут, который я брал за основу, ребята сворачивали вот там на мостик и уезжали куда-то вот за гору. И только на следующее утро они ехали в Батуми. Вот, в принципе, место красивое, вода спокойная, но мы решили, что мы едем прямо в Батуми сразу. Купили мы билеты. Билеты были только на завтра, на ночь. То есть, грубо говоря, мы с завтрашней ночи на послезавтрашнюю ночь будем ехать в электричке. Вот. Купили первый класс. В прошлый раз мы ездили на инвалидных местах, нам попались. В этот раз будет первый класс. Сейчас мы нашли гостиницу возле этого пляжа. Едем смотреть, что там за гостиница. Ух, нифига себе. Она даже не знает, что с ней делать. Итак, время 8:30, 17 июня. Мы находимся на берегу водохранилища Тбилисского на высоте примерно 500 метров. Здесь, наверное, наше путешествие официально закончено. Сегодня ночью мы доехали на электричке от Батуми до Тбилиси. Электричка идет примерно 5 часов. Единственное, что нужно учитывать, что билеты нужно покупать сильно заранее. То есть мы покупали за день до и смогли взять только на ночной поезд. То есть в выходные электрички прямо сильно загружены, особенно в сезон. Сейчас мы тут отдыхаем, водичка очень теплая, попили кофе, ждем, пока наступит обед, чтобы заселиться в гостиницу. Мы забронировали там гостиницу, отдыхаем сегодня и разлетаемся кто куда. В целом путешествие прошло так, как запланировано. Ничего необычного не происходило. Из поломок, ну, только у меня, получается, захрустел подшипник один, но он как бы он похрустел минут 10 и перестал. И так до конца поездки, в принципе, меня не беспокоило.